имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воистину дивен Бог во святых Своих. Богодохновенный апостол Петр призывает нас и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. История гонений на Церковь Христову со всей очевидностью воплощает в себе эти слова. Собор мучеников древности и равный ему в нетленной славе собор новомучеников недавних времен, вот обитель Духа Святаго, устроенная из живых камней веры. Всего себя без остатка, разделив участь многих невинно убиенных в 1937 году. Ельческий новомученик до конца земной жизни сохранил в себе незапятнанный образ Божий, не признав нелепой формулировки своего преступления в кавычках и никого не огорчив и не оговорив, мужественно и безропотно пронес священнический крест до конца своей жизни отец Алексей Могильницкий. В исполнение приговор был приведен 20 октября 1937 года в городе Мозыре. Священник Алексей Могильницкий был расстрелян за Слово Божие, и мы верим, что он сподобился Господа, обещанного верно, до смерти сподобился венца жизни и белых одежд по Слову Божию. Единодушно с благоговением определяет: причислить к лику местночтивых святых новомучеников и исповедников Белорусской Православной Церкви от Туровской епархии протоиерея Алексея Могильницкого. Примите, дорогой наш архипастырь и отец, эту святую икону священномученика Алексия. И я уверен, что с нынешнего дня этот святой станет еще одним вашим покровителем, молитвенником за вас, за архипастырей наших, за пастырей и за наш православный народ. Да хранит Господь вас и всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, молитвенным представительством священномученика Алексия Лещинского. Многое все и благая лето. Святые угодничи Божии, Алексия, моли Бога о нас и благословляй всех нас. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.